Всем привет! Сегодня в этом видео я покажу, как бороться с такой проблемой, как вот у меня дома. Розетка шатается и постоянно выпадает из коробки. Что с этим делать, как бороться? Постоянно подкручиваем, зажимаем, ничего не помогает. Да? Вот есть у меня один простой способ, как решать такую проблему. Вот видите, снимаем розеточку. И смотрим, коробка сильно углублена вовнутрь, потому что здесь гипсокартонная стена сделана так вот, и розетка постоянно выпадает, вот эти лапки не держат. Что делаю я обычно? Старая наждачная бумага, вырезаем кусочки старой наждачной бумаги. Так. И заворачиваем кусочек так, чтобы он со всех сторон был абразивной стороной кверху. Вот так. Вот я один вырезал уже. И вот второй. И просто-напросто мы их подкладываем под наши лапки. То есть розетка, лапки будут на абразивной стороне. И абразивная сторона, опять же, будет касаться коробки и не будет постоянно вот этого скольжения. Вот в этом вот весь смысл этого метода. Мы подкладываем под нижнюю лапку вот так вот и должны просунуть под верхнюю лапку точно так же. Сейчас я буду аккуратненько собирать. Вот просовываю на верхней лапке была наждачка. Все вставляем плотненько. Главное плотно прижать и собрать розеточку. Сейчас проверим, как действует наш метод. Конечно, если бывают такие вилки, которые очень тяжело вытаскиваются из розетки. Поэтому розетку все равно, да, корпус розетки придерживать. Идеальных методов не существует. Но вот, смотрите, все держится жестко, практически намертво. И теперь просто собираем корпус розетки обратно. Так. Все. Очень длинные винтики здесь. Метод простой, но, честно говоря, не все к нему приходят. Люди мучаются, я много видел, что в квартирах розетки висят. Это и опасно, во-первых, и некрасиво, во-вторых. Все, розетка жестко сидит. Можно включать. Опа. Вот это как раз пример очень жесткой вилки. Видимо, из-за нее розетки отпадают. Все, вытащили. Вот так. Вот такой метод. Так что, если был вам полезен, пожалуйста, пользуйтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас получилось, не получилось. Мне будет очень интересно знать. Всем пока!